Здорово, кабан, спасибо. Немного улучшил, видел? Ну, голда жесткая. Только таймсейва еще космически много. Я видел, кабанчик, ты спидранил Дональда Дак, что ли? Там реально VR забрать? Блин, чё я не сделал два шага? Там не у того же спидранера, что у Ладина на SNES рекорд держит. Забыл, как его зовут. Да, у Лихалка там VR. Кажется, это World of Illusion. Да, ну вот про то, что ты спидранишь Castle of Illusion, по-моему. Там другой чувак рекорд держит. World of Illusion. Ага, то есть не лихал. Просто думал, что он в куче диснеевских 16-битных игр VR там занимает. Думал, что и там тоже. И что если у него VR, то это трудно реализуемо. А этого чувака я не знаю. Именно Sega, не мультиплатформа. И
Там где-то тормознул. Босса плохо убил. Уровень нормально прошел. Плохо босс убил. Что я всех ушатаю?
О, хотели, получите. Спасибо, Кабанчик, спасибо, Пикселэйч, спасибо, Дэми, спасибо, СТ, спасибо, Джеймс. Спасибо, Бухендер. Да. Голда приближается потихоньку к 11 минутам. Да, 2 ПБ за стрим. Было 12.15, по-моему. Смотрю.